Скажи, пожалуйста, какой для тебя сегодня оказалась Евпатория? Да прекрасный, как всегда. Прекрасный, замечательный, незабываемый. Ну, я прямо не знаю, я вот как ненакрашенная тебе рассказываю. О, Господи, я же хочу впечатление, ты можешь надеть понимаю, очки? Я понимаю, да я надену на очки. Давай. Так, вот давай, так мне вот. Да. Ой, вообще прекрасная Евпатория, потому что в прошлом году мы полюбили ее так, что решили возвращаться сюда каждый год. И не пожалели в этом году, и не разочаровались, потому что Евпатория всегда радует прекрасной погодой, свежим воздухом, песчаными пляжами великолепными, теплым морем, вкусным кофе и своим неповторимым колоритом. А вот эта вот историческая составляющая, которой мы сегодня коснулись, скажи, у меня такое впечатление, как будто мы на другую планету перелетели куда-то, потому что такое количество... На другую планету, в другое время, да. И совершенно неповторимое ощущение, которое, ну, наверное, нигде больше пережить нельзя. Угу. И как прошлый год для меня было открытием, идем вроде по тем же местам, а переживаешь заново, и столько нового, кстати, я сегодня узнала, потому что информация, которая с каждым гидом меняется восприятие, потому что каждый вносит крупицу какого-то своего проживания, истории пропускает через себя, находит какие-то свои акценты. И, конечно, это невероятно интересно, потому что в прошлом году были одни акценты, сейчас совершенно другие. И другая атмосфера, которую вот задает нынешний сегодня гид. Спасибо ей огромное сегодня. Атмосфера утонченности, интеллигентности, аристократизма, красоты. И сейчас мы идем в литературное кафе. Ну, это такая логическая точка. Логическая. Да, логическое многоточие сегодняшнего да, вечера. Да. Спасибо, Алена, большое.